Все бред, друзья. Сейчас видели небольшую нарезку молодых и амбициозных теннисисток города Солигорск. Ну а давайте раньше поговорим о теннисе нашем и обсудим один из матчей турнира ВТА, в котором у нас с вами сойдутся Кори Гауф и Симона Халеп. Как плюсы, так и минусы можно выделить обеих теннисисток по этому сезону. У Гауф я выделю, пожалуй, видно, что происходит такое взросление, опыт набирается. Я думаю, что пару лет пройдет, и эта теннисистка будет претендовать на большие титулы. Пока, конечно, не хватает где-то и разнообразия, где-то не хватает хладнокровия, спокойствия, суеты немножко многовато, опять-таки, у Кори. Но я думаю, с опытом все это, как говорится, уберет свои игры. Что касается Симоны, то из минусов я выделю в этом году, пожалуй, нестабильность. Я имею в виду то, что вот начинается какой-то турнир, казалось бы, 1-2-3 матча Симона выигрывает, показывает просто шикарный теннис, стабильный, уверенный, никаких шансов не оставляет своим соперницам, потом бах, и на ровном месте уступает, вообще как-то показывая очень низкого качества теннис. И причем не знаешь, когда этот такой матч будет случиться. Это уже, наверное, как минимум 3 турнира было таких вот в этом году. Но, как говорится, я думаю, что должно это прекратиться. Должна Симона играть от и до на должном уровне. Хотим посмотреть и попасть в прямой эфир. Не прямого, это видео его. А куда вы все это снимаете? В YouTube. Теннисный балабол. Если судить именно по тому, как девушки идут по этому турниру, то, конечно, видно, что Симона на 2 головы выше в плане стабильности, в плане уверенности. Гауф как-то вот с каждым матчем у нее очень много проблем на своих гребах возникает. Если в первом матче с Бренкл все было ровно, потом с Рыбакиной добавилось куча двойных, нестабильность вообще в розыгрышах, а с Ариной Сабаленко еще больше стало двойных, еще хуже стало держать свою подачу. И что будет с Симоной Халеп, если честно, мне сложно представить. Симона одна из лучших принимающих теннисисток в туре, при этом сама она пойдет так же хорошо. И я думаю, что учитывая их очередные противостояния, два из которых уже были в этом году, которые завершились уверенно перед Симоной, я сомневаюсь в том, что Гауф сможет взять даже хоть какую-то борьбу в румынской теннисистке. Так что Симон должен быть здесь уверенно, дать пройти дальше. Ну а что, друзья, вы думаете о данной встрече? Пишите об этом в комментариях. Также забывайте в моем телеграм-канале, туда тоже подписывайтесь, на моем втором YouTube-канале Мирида. Ну а так, мы с вами увидимся в других выпусках. И скоро снова возобновите стримы. А пока всем желаю удачи и до скорой встречи. Пока-пока!